Здравствуйте! Сейчас я расскажу вам, как самостоятельно, а главное легко, можно смонтировать крышку биде Изуми. Все необходимое для монтажа входит в комплект. Подключается крышка биде к холодной воде и бытовой электросети. Все очень просто. Сначала вставьте болты в отверстие пластин и закрепите пластины в выступе монтажной платы. Затем вставьте монтажную плату в направляющий на нижней части крышки биде, установите систему, чтобы монтажные болты вошли в крепежное отверстие унитаза. Расположите полукруглый уплотнитель, шайбу и накидную гайку на монтажный болт. Плотно затяните. Перекройте клапан подачи воды. Отключите шланг бачка унитаза от водопроводной трубы. Соедините тройник с водопроводной трубой, а шланг бачка унитаза с тройником. После этого присоедините к тройнику фильтр очистки воды, он входит в комплект, и прикрепите к нему шланг подачи воды. Соедините шланг подачи воды с системой. Подключите крышку биде к электросети. Все, установка нашей суперсистемы Изуми успешно завершена.